Православная церковь сегодня отмечает праздник в честь преподобного Серафима Саровского. В Самаре центром торжеств стал старинный храм, освященный в честь святого чудотворца, расположенный в исторической части города. Литургию там отслужил митрополит Самарский и Сызранский Сергий. Святый Серафимский храм построили до революции известные меценаты братья Шахабаловы. Здесь же располагалась богадельня для одиноких престарелых людей. А 5 лет назад началось возрождение храма и создание православной классической гимназии в честь Серафима Саровского. Те исторические предсказания, о которых он говорил, и свидетельства, они совершились. И люди поэтому это чувствуют. И, конечно же, прежде всего, молитвенную помощь. К нему обращается. Сегодня Божьей милостью возродилась Свято-Дивеевская обитель. И его мощи прославлены о том, что он говорил.